Эмоции переполняют. Андрей Бабичев до сих пор не может поверить в удачу. Житель Старой Майны Ульяновской области выиграл главный приз розыгрыша – автомобиль «Лада Гранта». Андрей Григорьевич заполнил купон на розыгрыш среди участников акции «Город трудовой доблести» и не прогадал. Эмоции, которые меня переполняют, вполне ощутимы для большинства людей, которым довелось что-то выиграть. Когда я узнал, что это будет автомобиль, это было утром сегодня, я просто не поверил, сказал, что это развод, как обычно бывает по интернету. Вот. Но потом проверил телефоны комиссии, которая дозвонилась, и мне как-то стало все на свои места. Чтобы получить заветный автомобиль, победитель приехал на место вручения даже на несколько часов раньше. Еще один победитель – Тимур Хазымов. Ульяновец заполнил купон на своем избирательном участке и неожиданно для себя выиграл. Я вообще не мог поверить, что я до сих пор не могу поверить, что я выиграл автомобиль. Это абсолютно неожиданно получилось. Просто вчера, это была как раз пятница, сидели у друга, мы разговаривали, и тут мне звонит коллега по работе, начинает поздравлять с выигрышем автомобиля. Я в полном шоке, просто не знаю, что ему ответить. Первый розыгрыш, напомним, проводился 25 июля, в первый день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Ежедневно определяются и победители акции «Город трудовой доблести». Розыгрыш проводится ежедневно до 1 июля включительно. Как заполнить купоны, списки победителей публикуются на портале ulpravda.ru.